Était-ce une coïncidence, un accident? Était-ce une coïncidence, un accident? Je ne me souviens pas du jour où nous aimantâmes nos deux jours, puis nous perdîmes patience, laissant faire le mauvais temps. Te souviens-tu du jour où nous décidâmes d'attendre le mois d'août? Était-ce notre jour de chance, un événement? Était-ce notre jour de chance, un événement? J'ai oublié le parfum du premier baiser sur ton sein. Aujourd'hui c'est une évidence. Ботокс для волос – это уход, который позволяет волосам приобрести более гладкий, здоровый вид. Сыворотка, первый компонент, который мы наносим шприцом, он проникает вглубь волоса, кортекс, он называется еще, и лечит изнутри, заполняя все пустоты и трещинки. Затем второе, мы наносим кремообразную жидкость, которая именно разглаживает уже волосы и запечатывает вот эту сыворотку. Эффект ботокса рассчитан на 10 процедур мытья головы. То есть после 10 процедур, если вы часто моете, он вымывается. Чем чаще моешь голову, тем быстрее он вымывается. После этой процедуры волосы становятся шелковистые, гладкие, немножко как бы на ощупь влажные. Ее еще рекомендуется выполнять перед покраской основной. Как часто, это зависит от структуры волос. То есть, если они очень пористые, то нужно повторять процедуру. Нужно знать, что это уход. Не лечение, а именно уход. Как бы лечение, оно более глубокое. Вы эту процедуру можете выполнить в нашем салоне, который находится на Покрышкина 8. Приходите, мы рады всегда вас видеть.